Красуля Александр. Сражение у чистой речки. Виктор Драгунский. У всех мальчишек первого класса В были пистолеты. Мы так сговорились, что мы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик. И к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось. Но так было недолго, а все из-за кино. Однажды Раиса Ивановна сказала: «Завтра, ребята, воскресенье, и у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс, и первый А, и первый Б. Все три класса вместе пойдут в кино художественное, смотреть на картину «Алые звезды». Наш класс занял лучшие места в первом ряду. Потом в зале стало темнеть, и началась картина. Мы увидели, как в широкой степи, далеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры. Их было очень много. И они начали стрелять, и красные стали падать и защищаться. Но тех было гораздо больше. Тут все наши ребята страшно зашумели, затупали и засвистели. Кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце. Я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал, что было сил: «Первый класс В! Огонь!» И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время поил одного толстого фашиста. Он все бежал впереди, весь в черных крестах и разных эполетах. Я истратил на него, наверное, 100 пистонов, но он даже не посмотрел в мою сторону. А борьба кругом стояла невыносимая. Валька без локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал: «Готов!» Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул: «На помощь! Выручайте же своих!» И все ребята из А и Б достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки сотряслись. Запахло дымом, порохом и серой. А в зале творилась страшная суета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам, кричали: «Перестаньте безобразничать! Перестаньте! Прекратите!» А за ними бежали седые контролёрши и все время спотыкались. И тут Елена Степановна случайно махнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом: «Успокойте ваш сумасшедший дом!» Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал. Он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу. И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше. Но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы. У них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов. И те побежали, куда глаза глядят, за 39 земель. А красные кричали: «Ура!» И мы все тоже, как один, кричали: «Ура!» И когда белых не стало видно, я крикнул: «Прекратить огонь!» Все перестали стрелять. И на экране заиграла музыка. Потом картина кончилась очень хорошо, и мы разошлись по домам. А все-таки
Хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих. Конечно, хоть это и кино, а может быть, без нас они не продержались бы. Кто знает.